Всем привет! С вами канал «Счастливы в путешествиях». В этом обзоре мы вам расскажем об отеле «Рояль» в славном городе Ярославле. Мы уже не первый раз в Ярославле. Удалось погостить в трех отелях. Волжская жемчужина, Ринг Премьер и Любим. Все эти отели вы сможете увидеть на нашем канале. Отель «Рояль». Год основания 2012. Отель расположен в живописном историческом центре города Ярославля, на набережной реки Которосль. Рядом расположены концертный зал «Миллениум», парк тысячелетия Ярославля и крупнейшее в регионе колесо обозрения. По другую сторону, через дорогу, есть продуктовый супермаркет и ресторан. Отель выглядит очень современно. Все сделано внутри и снаружи по высоким стандартам. Достаточно вместительная парковка для гостей отеля. С недавних пор стала платной – 250 рублей в сутки. Отель поразил размахом 10-этажного атриума. Внизу в фойе есть много мягких диванов и столиков, чтобы посидеть, отдохнуть, комфортно дожидаясь заселения. Обилие завитушек в стиле рококо на полутораметровых панелях, которыми отделаны стены, обивка диванов, похожая на львиные шкуры, многочисленные монограммы, вензеля и короны создают стильный образ. В холле есть банкоматы, большой и разнообразный ассортимент сувенирной продукции. Чувствуется, что в отеле везде следят за чистотой, в номере, в холле, на этажах. С потолка спускаются большие красивые люстры. Справа расположился уютный лобби-бар. Приятные девушки на ресепшн были очень доброжелательны, и мы чувствовали, что нам тут рады. Заселили быстро, раньше времени. Вот на таком лифте мы поднимались в свой номер. В вечернее время они смотрятся волшебно. Внутри много информационных полезных изображений. Заходим в номер. Он очень просторный и комфортный. Кровать большая и удобная, заправленная хрустящим постельным бельем. Одеяло такое большое, что друг друга потеряли. После того, как мы провели в этом отеле 3 дня, ощутили, что звукоизоляция отличная. Позволяла прекрасно отдыхать и не нарушала сон. Ванная комната достаточно просторная. Хочется отметить, что были все принадлежности. Полотенца и халаты белоснежные. Зеркало с подсветкой. Душевая кабина не тесная. Нам очень понравилось, что в номере есть балкон. Стола и стульев там, конечно, не хватало. Вид с балкона номера был на примечательное колесо обозрения. Немного покажем вам одну из комнат переговоров, которую нам удалось заснять. Ну а теперь главные зоны отеля после номеров.
На наш взгляд, это спа и ресторан. У нас при бронировании номера спа был включен в стоимость, но это по желанию. Можно забронировать и по приезду. Судя по отзывам, его лучше бронировать минимум за сутки. Желающих много. Спа заслуженно пользуется популярностью. При входе стоит стойка администратора, который может ответить на все вопросы. Если пройти дальше, то можно увидеть кабинет косметолога справа, а слева средних размеров бассейн. Мы поднимемся сразу на второй этаж, чтобы лучше разглядеть территорию. Бассейн рассчитан на 6-8 человек, если находиться в нем одновременно. Вода прозрачная и чистая. Вернемся чуть назад. Видим тренажерный зал и массажный кабинет. Просторный зал с большим количеством тренажеров. Спускаемся по винтовой лестнице к бассейну. Насколько нам известно, здесь три бани – хаммам, финская и соляная. Самая горячая – хаммам. Соляная для тех, кто не очень любит жару, ну и финская. С температурой 80 градусов. Золотая середина. А теперь давайте с вами пройдем в ресторан. При входе можем увидеть информационные таблички. Здесь есть караоке. Стены украшены дипломами и благодарственными письмами за хорошую работу. Ресторан выглядит очень атмосферно и уютно. Для гостей с детьми есть специальные детские столики. В этом ресторане несколько залов. Самый большой. В этом зале у нас проходили завтраки. Есть поменьше. Для компаний и закрытых мероприятий. И есть обособленный красивый зал. Здесь, видимо, проходят торжественные мероприятия, банкеты и свадьбы. Завтрак, который входил в стоимость, был необыкновенно вкусен и разнообразен. Невероятный ассортимент шведского стола. Были и легкие блюда завтрака. Каши, творог, запеканки, йогурт, яйца. Также присутствовали и сытные обеденные. Картофель, мясные блюда, плов. Много десертов, кофе, чай и даже шампанское. Большое разнообразие фруктов. Воспоминания у нас остались только самые приятные. Спасибо персоналу отеля за чудесные завтраки и прекрасное обслуживание. Таким нам предстал комфортабельный отель «Рояль» в одном из любимых нами городов – Ярославле. Надеемся вернуться сюда еще раз. Друзья, спасибо всем за внимание.
подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить будущие интересные обзоры. Всем пока!